Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Носители этого имени любят порядок и дисциплину, из-за чего часто преуспевают в воинской карьере или корпоративных компаниях. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Эти люди ответственны и терпеливы. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Сил для притяжения у этих людей достаточно, чтобы другие пошли за владельцем этого имени добровольно. Носителям этого имени не стоит злоупотреблять повторяющимися аргументами. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Вообще, владельцы этого имени под влиянием числа 3 достаточно сильные и универсальные, как и владельцы имени с числом 1. Этим людям благоприятствуют многие даты и планеты. Негативное же влияние некоторых сочетаний сглаживается перед силой и властью Юпитера. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.